В этом рецепте рекомендуется использовать грибы, лисички. Если лисичек под руками нет, можно взять любые другие грибы. Вкус грибного супа с добавлением сливок вас приятно удивит, настолько он нежный. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Промыть тщательно грибы в холодной воде, очистить их от грязных частей. Если грибы у вас маленькие и одинаковые, оставьте их как есть. Если же грибы большие, разрежьте их на несколько частей. 2. Картофель и лук надо вымыть и почистить. Лук нарезать мелкими кусочками, одну картофелину натрите на крупной терке, остальной нарежьте небольшими кубиками. Сливочное масло разогрейте в сковородке и обжарьте в нем грибы почти до готовности. Добавьте лук и еще немного обжарьте. Положите в сковородку тертый картофель, обжарьте несколько минут и отложите сковородку с огня. 3. Влейте в кастрюлю 1,5 литра воды и вскипятите. Добавьте порезанный картофель и сварите до полуготовности. Добавьте пожаренные грибы с овощами и на маленьком огне проварите минут 5. 4. Теперь надо в суп влить сливки. Положите по вкусу соль и перец. Суп готов. Разлейте его по тарелкам и украсьте мелко порубленной зеленью. Подписавшимся, больше вкусностей. Вкуснее тем, кто подпишется. Ингредиенты. Грибы, лисички, 200 грамм. Лук, 1 штука. Картофель, 3 штуки. Сливки, 100 миллилитров. Масло сливочное, по вкусу, для жарки. Соль, перец черный, по вкусу. Зелень петрушки, пучок, 0,5 штуки. Количество порций, 4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.